Спасибо большое, Александр Александрович. Действительно, присутствовать как химиотерапевту на такой, в принципе, хирургической сессии и честь, и сложность. Но постараюсь основные моменты лекарственного лечения рака полового члена осветить. На самом деле проблема для специалиста, занимающегося химиотерапией, эти больные крайне редкие, в принципе, это позитивный фактор, но крайняя редкость больных не только в нашем, например, центре, но и во всем мире приводит к тому, что очень мало проводится таких полноценных рандомизированных исследований, которые помогли бы выбрать наиболее оптимальные лечебные подходы. Поэтому, если мы будем преследовать или обратимся к рекомендациям МССН, наиболее такая гибкая, наверное, система, наиболее удобная система рекомендаций, наиболее быстро обновляемая, то для больных раком полового члена наиболее предпочтительные опции лекарственной терапии – это участие в клинических исследованиях. То есть, к сожалению, стандартов лечения этого заболевания до настоящего времени нет. Конечно, нужно помнить, что наиболее ранние формы, это рак инситу, могут подвергаться и топическим методам лечения. Конечно, мы с такими формами не встречаемся, как химиотерапевты. Но такие препараты, как фтурацил или препараты миквивон, который является индуктором факторов иммунитета, интерферона, фактора некроза опухоли, они могут с успехом применяться при лечении рака инситу. Ну и, конечно, уже такие вот более значительные процессы, визуализируемые процессы, они уже диктуют определение места химиотерапии и лекарственных видов лечения на неоадъювантном, адъювантном и уже паллиативном этапах течения заболевания. Но когда мы планируем проведение неоадъювантной химиотерапии, в принципе, начиная с наличия пальпируемых паховых лимфатических узлов с одной стороны размерами менее 4 см и при сочетании с высокими рисками первичной опухоли. Это высокая степень злокачественности, более половины низкодифференцированных клеток, наличие лимфоваскулярной инвазии, периневральной инвазии. В этих случаях мы уже рассматриваем проведение неоадъювантной химиотерапии перед последующим хирургическим вмешательством. Также уже более значительный процесс, двустороннее поражение пахового лимфового узлов, размеры больше 4 см, фиксированные, односторонние или двусторонние, как я уже говорила, это тоже основание для рекомендации проведения платиносодержащих режимов неоадъювантной химиотерапии. И, конечно же, паховые лимфатические узлы, это уже, ну, по данным, которые вот я прочитала, это значительное уже ухудшение прогнозов для жизни, 5-летняя выживаемость не более 10% у этих пациентов, это уже тоже пациенты являются кандидатами для проведения неоадъювантной химиотерапии. Здесь я позволила себе представить клинический опыт, который пациенты получали лечение в отделении онкоурологии, как раз возглавляемым Александром Константиновичем Носовым, ну, с нашим участием в плане консультации, в плане химиотерапии. Больной 55 лет, имеющий рак головки полового члена категории Т2, Н3, М0. По данным МРТ органов малого таза в области головки полового члена образование размерами более 2 сантиметров и в паховых областях множество лимфатических узлов до 3 сантиметров. Цитологический диагноз полусклеточного нерегулирующего рака подтвержден. Выполнено хирургическое вмешательство в виде резекции полового члена, гистологические карциномы головки полового члена с инвазией в губчатое тело, уретру, множественные опухолевые эмболы, опухоль в краях резекции и в крайней плоти, то есть категория Т2. И учитывая данные гистологического заключения и МРТ малого таза, было рекомендовано проведение неоадъювантной химиотерапии по схеме ТИП, комбинация паклитоксела, и фосфамида и цисплатина. И по данным МРТ, после 4 циклов ТИП стабильная картина, то есть нет и выраженного регресса, и нет прогрессирования. Ну и пациент в дальнейшем был прооперирован уже буквально недавно, паховобедренная лимфадоноктомия, подтвердившая наличие пораженных лимфатических узлов с обеих сторон, с выходом за пределы капсулы, с опухолевыми эмболами. То есть, в принципе, к сожалению, процесс, он довольно распространенный и прогностически, конечно же, неблагоприятный. Поэтому, обобщая такой этап неоадъювантной химиотерапии, кто является кандидатами, как я уже сказала, первичная опухоль высокого риска, нерезектабельная первичная опухоль категории Т4 и вовлечение лимфатических узлов Н2 и Н3.
И наиболее рекомендуемым режимом химиотерапии является комбинация паклитоксела, ифосфамида и цисплатина. И, в принципе, эта рекомендация базируется во всей литературе, во всех ссылках на основании одного исследования второй фазы, в принципе, исследования 2010 года. То есть, в принципе, это отражает как раз-таки такое вот отсутствие выраженных подвижек в разработке новых лекарственных подходов. Мы оперируем, к сожалению, пока еще такими вот довольно в нынешних понимании уже довольно таких старинными рекомендациями. Неоадъювантная терапия с участием 30 всего пациентов без отдаленных метастазов, но с поражением лимфатических узлов N2, N3. У половины пациентов на фоне данного лечения был достигнут частичный ответ объективный, и большая часть пациентов, более 70%, была в дальнейшем прооперирована. При этом полные регрессы патоморфологические были у практически 14% больных. Причем очень интересно, что наличие объективного ответа, полного регресса в частности, напрямую коррелировало и с показателями выживаемости без прогрессирования, и с показателями общей выживаемости. Поэтому, конечно же, вот это вот очень позитивный фактор, если нам удается достичь объективного ответа. А так, к сожалению, медиана выживаемости без прогрессирования, она в любом случае мало удовлетворительная, 8 месяцев медиана без прогрессирования и всего 17 месяцев, всего полтора года медиана общей выживаемости. Адъювантная химиотерапия – это еще, скажем так, менее стандартный подход. В принципе, таких вот рекомендаций для адъювантной терапии еще меньше разработано, чем для неоадъювантной. Но считается, что если не проводилась адъювантная терапия, неоадъювантная химиотерапия до хирургического вмешательства, то вот место адъювантной терапии все-таки в этой ситуации есть. Если мы видим, что опухоль имеет неблагоприятные факторы прогноза в виде поражения пахового лимфатических узлов, в виде экстранодального распространения опухоли, в виде билатерального поражения паховых лимфоузлов и больших размеров пораженных лимфатических узлов, более 4 см, то, конечно же, также рекомендуется проведение адъювантной терапии. То же самое режим, режим ТИП, менее рекомендуется комбинация фторацила и цисплатина. Также наше совместное наблюдение клиническое, больной уже молодого возраста, 36 лет, рак полового члена, причем ассоциированный с папилломовирусной инфекцией, Т2Н1М0, изначально была выполнена резекция полового члена с пластикой наружного отверстия уретры. По данным МРТ, послеоперационные изменения, и нельзя исключить наличие остаточной опухолевой ткани в области головки полового члена до 2 см, метастазы в паховых лимфатических узлах. Полусклеточный HPV-ассоциированный рак головки полового члена с признаками лимфоваскулярной инвазии, интраэпителиальной неоплазии тяжелой степени, категория Т2. И по заключению совместного обсуждения нашему, учитывая данные предоперационной МРТ, двусторонняя паховая лимфоденопатия и наличие таких неблагоприятных патоморфологических признаков, было рекомендовано проведение адъювантной химиотерапии по схеме ТИП 4 цикла с последующим решением вопроса о хирургическом лечении в виде пахвобедренной лимфоденэктомии. И когда мы уже переходим или видим пациента распространенными стадиями или мистическими формами рака полового члена, конечно же, как мы уже говорили, прогноз для жизни становится уже крайне неблагоприятным, и подход в виде проведения системной терапии, он уже является таким, единственным, наверное, методом выбора для данного пациента. В чем действительно условно позитивно, что даже последующие линии системной терапии, после первой линии стандартной, той же самой схемы химиотерапии по схеме ТИП, в принципе, рассматриваются. Ну и, конечно же, еще раз подчеркну, что участие в клинических исследованиях, которые проводятся все равно в определенных центрах, оно, конечно, весьма и весьма приветствуется. Специалисты и эксперты НССН, по крайней мере, еще раз подчеркивают, что как раз-таки отсутствие рандомизированных исследований из-за редкости этой формы рака в развитых странах приводит к тому, что вот некоторая такая стагнация, она, к сожалению, имеется. Но проведя первую линию, добившись или не добившись эффекта, мы можем обсуждать вопрос при сохранном состоянии пациента о последующем режиме. И клинические исследования, да, на первом месте, как предпочтительные опции. Но также мы знаем, что возможности иммунотерапии тоже изучаются, в частности, при редких опухолях, при опухолях, имеющих микростелитную нестабильность, признаки микростелитной нестабильности. В принципе, если мы данную характеристику опухоли обнаруживаем в отношении нашего пациента, страдающего раком полового члена, то мы можем предложить, по крайней мере, терапию пембролизумабом. И также возможно использование таргетной терапии, в частности,
цитуксимаба, панитумумаба, поскольку, ну, по аналогии с рядом плоскоклеточных раков, довольно выраженная имеется экспрессия эпидермального фактора роста. В частности, вот работы, проведенные уже, конечно, в 2013-2014 годах об использовании эпидермальных факторов роста, использовались, в принципе, разные варианты и цитуксимаб, и ролоцинип в ряде работ, действительно, малочисленные работы, но некоторая такая тенденция к увеличению сроков и безрецидивной выживаемости и общей выживаемости есть, но это действительно минимальные увеличения, исчисляемые буквально неделями. Поэтому, к сожалению, таких принципиальных прорывов нет. Ну и возможности иммунотерапии, я уже начала об этом говорить, в принципе, есть, конечно же, активные работы ведутся, и работы по использованию инфильтрирующих Т-лимфоцитов, которые каким-то образом могут воздействовать, в том числе, на компонент, связанный с папилломовирусной инфекцией, ну и возможности пембролизумаба. Пембролизумаб, как я уже говорила, одобрен для опухолей, имеющих высокую степень микростелитной нестабильности, и для опухолей, имеющих высокую мутационную нагрузку, то есть, в принципе, так, может быть, несколько искусственное такое выделение этих групп опухолей, но, по крайней мере, такие одобрения FDA для препарата уже есть. Поэтому, конечно же, такой вот, ну, поиск в этом направлении, он должен осуществляться. В принципе, как любая редкая опухоль, наверное, пациенты должны быть тестированы на редкие генетические мутации, в частности, на выделение генов НТРК, например, да, возможности использования блокаторов этих генов, но, в принципе, проблема, к сожалению, она далека от разрешения, имеются объективные причины, да, в виде малочисленности групп, хотя предпосылки, конечно же, для особенностей вот, патогенеза опухоли, предпосылки для того, чтобы ну, какие-то более оптимальные, более высокоэффективные режимы лекарственной терапии разработать, все-таки они, как мне кажется, есть. Ну, я думаю, что в этом отношении, наверное, будет работа проводиться. Благодарю за внимание.